Здравствуйте. Российские ритейлеры предлагают проверять посылки из-за границы. Как пишет «Коммерсант», Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с идеей вскрывать на таможне не менее 5% посылок из-за рубежа, чтобы выявлять и уничтожать контрафактную продукцию. В ассоциацию входят такие крупные площадки, как «Озон», «Ламода», «М-Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо». К переговорам планируют подключить и Почту России. 20 января стороны проведут совместную закрытую логистическую конференцию. Впрочем, далеко не все интернет-магазины поддерживают эту меру, считая, что с контрафактом нужно бороться на уровне поставщиков и продавцов, а не покупателей. Всего в прошлом году в Россию пришло 155 миллионов посылок. За 9 месяцев таможня выявила более 14 миллионов единиц контрафактной продукции, почти на 50% больше, чем до этого. В 2015 году число туристов на Камчатке увеличилось в 3 раза. В прошлом году этот край посетили более 180 тысяч человек. При этом поток иностранцев сократился на 15, а то и 20%. Это официальные данные агентства по туризму Камчатского края. Газета «Коммерсант» добавляет, новогодние каникулы изменили российский туристический рынок до неузнаваемости. Продажи внутренних туров ряда крупнейших операторов впервые превысили продажи путевок в зарубежные страны. Правда, в цифрах это не столь масштабно. Спрос на поездки по России вырос всего на 10%, то есть в 2 раза меньше ожиданий Ростуризма. Напомню, в конце прошлого года активно обсуждались интересные для населения меры поддержки отечественного туристического рынка. Так, существует законопроект, по которому работодатель компенсирует работнику 50 тысяч рублей от затрат на отдых в стране. Еще одна инициатива конца 2015 года – возвращать 13% подоходного налога от стоимости путевки на российские курорты. Пока оба этих документа не приняты. В декабре в Перми выросло количество предложений по аренде жилья. Объем вырос более чем на треть. На рынке зафиксировано порядка 400 объявлений. По итогам прошлого месяца средняя ставка на рынке аренды многоквартирного жилья Перми скорректировалась вниз и составила 18 410 рублей. Это данные аналитического центра «Медиана». В прошлом месяце меньше всего квартир сдавали в Орджоникидзевском районе, больше всего в Свердловском. В основном предлагают однокомнатные квартиры, большая часть, 70%, сдается с мебелью. Комплекс бывших автосалонов «Эксавто» арендовал «Брайт Парк». Дилер «Лада» в Перми заключил договор аренды на 4 объекта недвижимости, где ранее располагались автосалоны обанкротившегося автохолдинга. Как сообщает «Коммерсант» Прикамье, речь идет о бывших автосалонах на Спешилова 107, где в разное время продавались «Киа», «Лада», «Шкода», «УАЗ», а также размещалась МРЭО ГИБДД Пермского края. Сам «Брайт Парк» продавать автомобили на этих площадках не планирует и ищет для них субарендаторов. Договор аренды заключен до апреля 2016 года с правом пролонгации. Напомню, «Эксавто» был признан банкротом в октябре 2015 года. Нефть марки Brent упала ниже 28 долларов за баррель. Предложение на рынке сейчас превышает спрос. Во-первых, в конце прошлой недели с Ирана сняли международные санкции. Страна возвращается на рынок и будет дополнительно поставлять до 1 миллиона баррелей. Во-вторых, Китай стал значительно меньше покупать сырой нефти. Аналитики говорят о возможном падении цен до 20 долларов за бочку, но базовым этот сценарий не является. Все же специалисты рассчитывают на цену 40 долларов. Напомню, федеральный бюджет России на 2016 год сверстан, исходя из среднегодовой цены на нефть в 50 долларов за баррель. Доллары и евро взлетели к рублю на старте торгов. Официальные курсы увеличились более чем на 2 рубля. Доллар на 19 января 78 рублей 66 копеек, евро 85,62. На этом у меня все. Удачи в делах.